Едем. Відчуй життя без алергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Продовжуємо говорити про те, що відбувається в Білгородській області Російської Федерації. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Іван Преображенський, політолог, експерт з країн Центральної та Східної Європи, кандидат політичних наук. Іван, здравствуйте, приветствую вас в ефірі. Добрый день. Ну вот мы видим, да, тут даже события как-то интересно развиваются. Уже говорят о том, что появилось еще два прорыва российской границы. Пока что это неподтвержденная информация. На ваш взгляд, можно ли утверждать, что вообще-то основное население России ничего не знает о том, что происходит вокруг Белгорода, учитывая, что федеральные пропагандистские телеканалы ничего об этом не рассказывают? Я думаю, что основное население действительно ничего не знает и будет узнавать постепенно через так называемое сарафанное радио, информационное агентство «Одна бабка сказала». И на самом деле здесь, возможно, вот эта вот закрытость информации будет играть против российских властей, потому что слухи будут только разрастаться. И из прорыва нескольких небольших групп и захвата нескольких деревень и боев в одном, собственно, городе, по сути дела, небольшом совсем, да, районного значения, все это может перерасти в попытку захвата Белгорода, даже взятие якобы Белгорода диверсионными группами, тем более, что удары по Белгороду при помощи, например, дронов вчера наносились по зданию ФСБ, по зданию полиции местному. Поэтому слухи, они, как известно, разрастаются всегда очень быстро, и из трех пряников порождается три горы медовых пряников. Да-да, понимаю. Слушайте, ну а как вам кажется, ну это именно и есть такой план Кремля? Просто мы посидим, помолчим, никто ничего знать не будет, и все само как-то рассосется. Нет, я думаю, что это не то чтобы план, это вынужденное поведение Кремля таким образом. Во-первых, пока не закончилось то, что они называют контртеррористической операцией, то есть пока они не смогли выдавить проникшие туда диверсионные группы, они на уровне первых лиц ничего не могут заявлять. Они могут, первые лица с точки зрения рейтинговой, могут говорить только о победе, ни о чем другом. Соответственно, вначале нужна эта победа. Во-вторых, судя по тому, что мы знаем за последние полтора, по сути дела, года, узнали о поведении Владимира Путина, это человек, склонный к истерическим реакциям, которые переходят иногда в панические, а уже потом, придя в себя, он начинает какие-то рациональные вещи говорить или делать. Соответственно, скорее всего, вот вчера Дмитрий Песков сообщил уже ближе к обеду, даже скорее ближе к вечеру, что Владимиру Путину все-таки нашелся смельчак, который рассказал о том, что происходит. Дальше должен был быть припадок и страха, и ненависти, и гнева все вместе или по отдельности. И сегодня теоретически Путин мог бы уже, наверное, что-то говорить, но операция не завершена. Поэтому по этим как минимум двум причинам разговора публичного не может быть. Единственное, что есть, это заявление самого Дмитрия Пескова, которое, как мы понимаем, ни о чем. Нет, о том, что вот для этого мы и проводим так называемую специальную военную операцию, чтобы этого не было. Явная путаница в причинно-следственных связях. Плюс вызывает глубокую озабоченность то, что происходит в Белгородской области у Пескова. А вот, вот этот момент, что именно Пескова сделали таким мальчиком для битья, то есть фактически единственный род Кремля, который что-то на эту тему говорит, это тоже типичная ситуация? Да, это типичная сейчас ситуация, потому что раньше бы мы получили до войны, но на самом деле до полномасштабной агрессии, я думаю, что еще года за два, нет, до полномасштабной агрессии, мы получили бы хор кремлевских источников, близких к Кремлю, людей, связанных с Кремлем, которые бы каждый по-своему это комментировали. Нет, а сейчас максимум несколько телеграм-каналов, которые еще умеренно автономны от Кремля. Они полностью себе постепенно подчинили информационное поле в России. И, соответственно, кроме Пескова и высказаться-то некому. А про Пескова мы и так знаем. Про него Владимир Путин открытым текстом говорил, что он пургу несет. Поэтому потом сказать, что Песков в очередной раз нанес пурги, совершенно спокойно можно.
Поэтому мы понимаем, что с одной стороны это официальный источник, а с другой стороны это та же самая одна бабка сказала. Да-да, понятно. И вот интересно, да, как синхронизировали высказывания в телеграм-каналах провластных. Там в какой-то момент, ну и скриншот, возможно, вы тоже его видели, когда все до единого написали, никакой паники нет, да. Там от Соловьева до вот этих Z-каналов, которые, кажется, Пригожину подчиняются. Ну и, конечно, когда появляется, что никакой паники нет, я бы на месте российского гражданина начал паниковать. Российские граждане, насколько я знаю, реально и паниковали. Нет, судя по форумам, даже по официальным страничкам губернатора Белгородской области, люди ему писали, что никто никого не вывозит, что там сидят какие-то старики, условно говоря, родственники детей и так далее, которые не могут эвакуироваться, что те населенные пункты, про которые утверждается, что они остаются под контролем российских сил, на самом деле не находятся под их контролем. Я думаю, что у этого может быть одно довольно важное следствие. Вряд ли оно появится прямо сейчас, но со временем оно может появиться. Давайте вспомним, что такое гражданская война, как она шла на просторах бывшей Российской империи, и что в какой-то момент жители определенных населенных пунктов, у которых постоянно заходили то одни, то другие силы, создавали отряды самообороны и старались не пускать туда никого. Вот появление таких, по сути дела, эксклавов на границе России с Украиной — это вполне реальная ситуация, когда жители поймут, что их никто не охраняет, никакой ФСБ, никакая полиция. Нет, заняты они совершенно другим. Условной ловли инакомыслящих, каких-нибудь студентов и пенсионеров, соответственно, они будут с охотничьими ружьями создавать свои отряды самообороны. Мы не можем, к сожалению, надеяться на то, что эти отряды самообороны будут поддерживать те группы, которые будут входить со стороны Украины, это маловероятно. Но что они не будут поддерживать никого, это вполне реалистично. Тут еще интересный момент. Конечно, мы увидели, что, ну, Потемкинской деревне, да, оказался вот этот, все эти фортификационные сооружения, 10 миллиардов, да, называют, 10 миллиардов рублей, кажется, было потрачено на это все, отчитались, сфотографировали, ну, вот все это не работает. Мне кажется, должен сильно потеть губернатор Гладков. Опять же, можно ли себе представить, что именно его сделают козлом отпущения? Ну, что смотри, у тебя это все произошло, кто виноват? Ты. Ну, губернаторов России, в принципе, по определению, козлы отпущения уже как минимум с начала эпидемии ковида. Поэтому неизбежно он будет одним из козлов отпущения. Тут вопрос в том, насколько прочная у него то, что называется крыша в Кремле, снимут его за это или нет. Скорее всего, не снимут, потому что все прекрасно понимают, что на самом деле эта проблема не его. Деньги разворовали военные, деньги разворовали федеральные структуры, которые должны были обеспечивать эту безопасность. Кстати, если мне память не изменяет, я боюсь тут спутать, то ли в Брянской, где тоже, собственно, идут боевые действия сейчас, то ли в Белгородской области, утверждал, что берет вот эту вот всю фортификацию, охрану на себя как раз ЧВК «Вагнер». Нет, и об этом писал Пригожин. Соответственно, они разворовали эти деньги. Что деньги разворованы, тут к бабке, что называется, не ходи, это совершенно очевидно. Мы видим вот классический срез разваливающейся, стареющей империи. Я уже второй день говорю, что больше всего это, конечно, напоминает на цитаты из «Похождений бравого солдата Швейка». Нет, это описание того, как работала жандармерия на территории Чехии в тот период. То есть прогнившее государство, все силы, тратящие на то, чтобы следить за настроением своих собственных граждан, и все, кто должен заниматься обеспечением порядка, на самом деле занимаются борьбой с инакомыслием. Соответственно, никакой охраны. Разворовано все, что можно, а за разворованные склады, которые якобы съели мыши, вешают кошек, которые должны были их сторожить. Да-да, тут вы абсолютно правы. Ну, опять, мы действительно видим такой низовой протест, да, были опубликованы определенные видео, где жители Белгородской области, ну, выглядят такими немножко маргинальными гражданами, ну, тем не менее, какая разница, они, значит, пытаются попасть в бомбоубежище, ну, и очень нелицеприятно отзываются, собственно, о губернаторе.
Тот факт, что действительно, ну вот вы уже об этом сказали, да, остались какие-то определенные чьи-то родственники, кого-то не эвакуировали, где-то сообщают, что этот населенный пункт как там зачищен от террористов, а это неправда. Мы кроме вот отрядов самообороны на что-то еще можем рассчитывать в этом протестном потенциале, на ваш взгляд? Нет, ну, очевидно, часть этого протестного потенциала, она и могла бы до этого, а теперь тем более, пойдет в сторону Украины. Это люди, у которых родственники, друзья и так далее жили в Украине, они сами жили на границе, они все прекрасно видели. Не надо думать, что они не понимают в большинстве своем, что в реальности происходит. У них страх значительно выше, они в пограничной зоне, их постоянно запугивают. Они, естественно, если их спросить, официально будут официальную версию, скорее всего, и излагать. Но в ситуации безвластия часть из них, безусловно, перестанет быть лояльными, назовем это так, Российской Федерации. Кто-то создаст отряды самообороны, а кто-то, возможно, начнет оказывать поддержку и группам, приходящим из Украины. Тем более, что власти их бросили, да, они это отчетливо видят. Насколько серьезно это будет движение? Я не думаю, что это будет, к сожалению, очень серьезное движение, но некоторый процент, безусловно, будет. И чем ближе к границе, тем выше вероятность, что будет именно так. Белгородская, Брянская области, в принципе, очень тесно всегда были связаны с Украиной. Нет, я уж не говорю о том, что исторически можно поспорить, к кому они относились в свое время. Да-да, мы все говорим о том, что Белгородская область возвращается в родную гавань, и, возможно, пора провести референдум и, собственно, поехать туда наблюдателями, чтобы не было никаких нарушений. Тут понятно, что Кремль, в том числе, ну не только Кремль, и, наверное, российская Минобороны, они находятся, стоят перед такой дилеммой, да, либо нужно вот как-то очень быстро избавиться от вот этой угрозы в Белгородской области, то есть, вероятно, как-то оттянуть часть своих войск, укрепить границу, при этом они, ну, тоже отдают себе отчет, что, ну, в этом, и, вероятно, и цель, в том числе, этих операций, да, для того, чтобы оголить часть укреплений, на которых находятся укрепления на территории Украины, где находятся оккупационные войска. И вот тут вопрос. Имиджево поступить, в смысле вот взять, показать все, все уничтожены, зачищены, граница под контролем, и, возможно, что-то потерять на территории Украины из оккупированных территорий, либо же оставаться на своих оккупированных территориях, а тут сказать, слушайте, ну, пусть сидят, никто об этом не узнает, серая зона, так серая зона. Как вы считаете, вот этот мучительный выбор, что наиболее вероятно выберет Кремль? Ну, я бы для начала, Алексей, обратил внимание, что им некого туда послать в смысле спецназа. То есть раньше, до полномасштабной агрессии, мы точно могли сказать, что в подобной ситуации они очень быстро перебросили бы из соседнего региона отряды спецназначения, либо это были либо отряды спецназначения полиции, то есть ОМОН условно бывший, либо это было бы ФСБ. Но в любом случае до Белгородской области от Москвы совсем недалеко. И, в общем, это было бы решено в течение нескольких часов. И задействованные там эти отряды быстро бы все зачистили профессионально. Сейчас мы понимаем, что все эти отряды были уничтожены в начале полномасштабной агрессии на территории Украины. Их нет. То, к чему стремилась российская армия в течение последнего десятилетия, о чем постоянно они говорили, что они создают большие достаточно, ну, очень мобильные группы постоянной готовности, которые могут быстро из одного региона России в другой в случае необходимости быть переброшены, и что главная угроза якобы это террористическая агрессия, ну, это со стороны непонятных групп террористов против России. В итоге выяснилось, что все это время они готовились к совершенно другой войне, к полномасштабной агрессии против Украины, к большой войне большими подразделениями. И те немногочисленные подразделения спецназа, которые у них были, у них отсутствуют, они уничтожены. В начале войны, как российская армия во время Первой мировой войны, армия Российской империи, я имею в виду, они уничтожили сами, по сути дела, все свои лучшие подразделения. И теперь у Кремля действительно выбор, и выбор очень плохой, из двух плохих вариантов. Я думаю, что Кремль выберет
терять собственных граждан, нет, я имею в виду лояльность собственных граждан, жилье собственных граждан, имущество собственных граждан в Белгородской области, ну что ему эти 2-3 деревни? Если дальше военные действия пойдут более успешно, нет, он спокойно их отобьет, подогнав там, я не знаю, пару артиллерийских установок и разрушив нафиг эту деревню, а потом объявив, что в ней были уничтожены диверсанты. Мы понимаем, что охрана прав, свобод, гражданских прав, имущественных прав россиян вообще не интересует Кремль, потому что он их рассматривает как подданных вместе с их имуществом. По сути дела, они крепостные Российской Федерации. Как очень точно и коротко отметил один знакомый вчера, это война, в которой граждане воюют против государства. Нет, в смысле того, что и с украинской стороны воюют граждане в первую очередь. Граждане понимают, зачем они это делают. И те российские граждане, которые воюют с украинской стороны, они тоже граждане. А с российской стороны в любом случае действует государство. Совершенно с другими интересами и установками. Ну вот вы знаете, опять же, снова появляются новости, мы не можем их верифицировать. Вот добровольцы, то есть этот русский добровольческий корпус «Легион свободы России» сообщают о том, что они взяли под контроль еще 3 населенных пункта в Белгородской области. Идет речь о населенных пунктах Горьковский, Щетиновка, Багун, Городок. То есть очевидно, что вот эти российские граждане, которые борются на территории России с путинским режимом, они делают все для того, чтобы их нельзя было не заметить. Ну, чтобы нельзя было сказать, ну, вот 3 деревни. Ну, давайте сейчас их станет 6, дальше их станет 9. Можно ли себе представить, а сколько их должно стать, чтобы, ну, все, у Кремля нет вариантов других для того, чтобы все-таки оттягивать войска и все-таки что-то предпринимать по этому поводу? Ну, теоретически должна была проблема возникнуть уже с, собственно, с городом Гайворон, потому что, по имеющимся данным, там могло быть тактическое ядерное оружие. Нет, оно оттуда вывезено, опять-таки, судя по тому, что сообщали российские оппозиционные медиа. В этом смысле они могут расслабиться. И тогда следующий этап — это угроза, собственно, Белгороду. Потому что даже вхождение, пусть ненадолго, пусть на какое-то время, но чтобы они могли заявить, так как это делал неоднократно ЧВК «Вагнер», что они контролируют этот город. «Вагнер» так врал про Бахмут, а тут можно точно так же прекрасно зеркально соврать про Белгород. Это будет действительно очень сильный удар. Потому что это так называемая коренная территория Российской Федерации, международно признанная, ни у кого не вызывающая сомнений. И потеря контроля над областным центром, пусть даже там на час, это просто путь к распаду государственной системы. Я помню только один подобный случай. Это попытка захвата Нальчика местными радикалами. И в течение нескольких часов российские власти делали все возможное, чтобы было ощущение, что непонятно, что происходит в Нальчике, чтобы, не дай бог, не просочилась информация о том, что федеральные структуры не контролируют Нальчик. И это было в гораздо более стабильное время, когда не шла война с соседним государством. А сейчас, еще и на фоне потенциально контрнаступления украинского, это бы означало потерю лояльности региональными элитами. Региональные элиты очень устали, как мы с вами, собственно, начали говорить. Губернаторы всегда козлы отпущения. И искать способ убрать человека, который их в эту ситуацию поставил, для них было бы абсолютно логично. Ну и вот то, что вы говорите, да, про Нальчик, тут нужно напомнить нашей аудитории, что это все было в 2005 году, то есть интернет еще находился, ну, в таком, ну, не зачаточном, но все-таки на начальном этапе своего развития и проникновения. И, конечно, можно было контролировать информацию, которая поступает гражданам гораздо более эффективно, чем это может происходить сейчас. Тоже мы понимаем, да, вот есть такое мнение о том, что в некотором роде вот эти российские добровольцы,
«Легион Свободы России», «Русский добровольческий корпус», что они могут и подыгрывать Кремлю, так, так некоторые считают, они говорят, ну, слушайте, ну, все, теперь вот все, теперь мобилизуется Россия, теперь же вот действительно родина в опасности, посмотрите, вот такой-то там этот Грайворон захватили или еще что-то произошло, где-то там крышу снесло. Как вы считаете, а может ли, сможет ли использовать Кремль для мобилизации населения как раз вот эту операцию российских добровольцев? Ну, мы видим, что он не использует. Он не использует, а это значит, что он, в отличие от нас, он-то точно обладает социологическими данными достаточно. Нет, а объективными, мы понимаем, что социология в России все равно немножко из-под палки, мягко говоря, в условиях авторитарного полицейского государства. Но, тем не менее, когда большие масштабы, когда есть возможность, нет, когда можно постоянно проводить фокус-группы, нет, и глубинные социологические исследования картины достаточно целостные. У Кремля она есть, и они понимают, что бессмысленно таким образом пытаться поднять, что называется, это, к ружью призвать россиян, нет, и поднять их на борьбу. Нет, россияне в этой ситуации понимают, что государство обещало нас защищать, государство ничего не контролирует, и начинают разбегаться. Это история классическая для империй. Нет, ее описывали неоднократно, например, на примере средневекового Китая, когда любое вторжение противника приводило к тому, что вроде бы казалось, что практически исчезает население страны. До войны было 100 миллионов, после войны фиксируется 30 миллионов, а через 10 лет их почему-то опять 100 миллионов. И это потому, что население просто разбегается, как тараканы в этой ситуации, перестает платить подати. Нет. И для него это государство почти такой же враг, как те, кто вторгся на его территорию. Вот приблизительно это же произойдет с российским населением, скорее всего, как только оно почувствует, что государство утратило силу. Да, это интересный момент. Ну, с другой стороны, а как вы считаете, ну, окей, сколько-то времени это продлится? Тоже мы должны смотреть объективно. Вот эти подразделения российских добровольцев, которые зашли на территорию своей страны, да, они немногочисленные. Со стороны Минобороны Украины были заявления, что нет, Украина, ну, не планирует заходить на территорию России, мы к этому не имеем никакого отношения. Бронетранспортеры купили в любом военторге или выкопали в шахтах. Так вот, на ваш взгляд, а дальше что мы увидим? Увидим героизацию этих событий. Снова появится какой-то мальчик Федор, который всех спас. Он сначала был девочкой, его один раз ранили, второй раз. Ну и в конце концов он все-таки спас всех в Брянской области. Чего вы ожидаете от пропаганды? Ну, пропаганда, я думаю, в данном случае будет раскручивать тему убийства мирных жителей в большом количестве. Нет, пропаганда будет демонстрировать убийство диверсантов в большом количестве. Нам покажут, собственно, вроде бы, насколько я понимаю, некоторые пропагандистские телеграм-каналы уже что-то такое показывают. Какие-то горы трупов, непонятно где, непонятно что, но в камуфляжной форме. Нет. И будет утверждаться, что вот вошли какие-то дикари, поубивали мирное население. Конечно, никаких россиян там не было, это все были, нет, укронацисты или там, я не знаю, как они это все назовут. Неважно в данном случае, что они будут утверждать, что это были исключительно украинцы. И, соответственно, поскольку они все, естественно, жуткие изверги, они там поубивали, может быть, это будут рассказывать еще какие-нибудь ужасы. В общем, будут пытаться имитировать, зеркалить Бучу, свои собственные преступления, которые они совершали на территории Украины. Нет, я думаю, что вот в этом вот контексте они попробуют это развивать, но вопрос в том, что они сейчас точно совершенно замеряют, с какой скоростью распространяется реальная информация о том, что там происходит. И если скорость будет достаточно высока, то они постараются вообще эту тему замять. Покажут несколько роликов, и на этом все. Да-да, понятно, конечно. Лучше помолчать, как будто бы ничего не произошло. Іван, спасибо большое вам за этот разговор. Хочу нагадати нашій аудиторії, з нами на зв'язку був Іван Преображенський, політолог, експерт з країн Центральної та Східної Європи, кандидат політичних наук. У нас далі новини від Інни Марецької. Після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.